Гранд-финал, квалификация Южной Америки на International. Первое место проходит в групповой этап. Второе место, ну, кто проиграет этот гранд-финал, у нас будет играть в стадии International последний шанс вместе с Virtus Pro и с командой Na'Vi. Клаквер пытается... У него есть тапочка, кстати говоря. Да, он очень быстрый. И почему-то он хочет ворваться именно в Франко. Ну, забавно. Хороший врыв пошел. Поперли дальше. Наваливает Франко. Клаквер свои силы переоценил. Мне кажется, он нападает будто бы не на Вайпера, а на героя послабее на старте. Так, сейчас еще и Энигму могут отдать. И сейчас просто заплюют здесь, и все. Ну, это жесткая ошибка от Хакори была сейчас. Конечно, дабла Вайпер плюс Марси, она страшнейшая просто. Вот так вот берешь, нападаешь на Энигму и начинаешь ее просто заплевывать. А Когита нажать, а Когита нажал бы пораньше, дорогой. В итоге Вайпер продолжает бить. Энигму забирает он ее, это киллинг спри уже для Вайпера. Так сейчас еще и Клокверка можно будет убить, постараться. Но скорее всего так и произойдет, ребаунд пошел, тормозят его. И это 4-0 доминейтинг на 5-й минуте у Вайпера. Так, у нас Виверн нападает, кстати говоря. Поймали Виверну. Там Крест, Торрен. Замечательно по Траблблейду. Виверн догорает. Что будет с ТБ? ТБ сможет ли выжить? Кункас не продолжает погоню свою. Ну, как же его добить-то? Тычка последняя остается. До конца бежит Кунка. Паркер, хватит ли ему скорости передвижения? 360, тут 431. Фейзы обновляются и, конечно, умирает у нас Траблблейд. Пока один здесь. Смотрите-ка, залетает у нас Клокверк, начинает работать по Вайперу, неплохие коги. Миднайпульс уже дали, то есть Малефайс Миднайпульс не вкачан, но там и долончики имеются, и бьют Франк, и Франк здесь должен будет умереть. Это Стрик снимается, да, снимает Энигма, Стрик с 4 киллов, будет руну контроль пытаться. На боте что происходит? На боте начинает заварушка, опять нападает на бедного ТБ, ТБ отправляется в таверну, минус Траблблейд, прекрасное убийство. Что, Клокверк хотят убить, пробуют? Да. Корабль от него запускает, корабль достает, Вайперстарк нажимается и накрывает Клока. Слушай, Infamous агрессивно-то играют, эти парни. Ну, слушай, там Энигма. Хукшот. А Блухол есть, БХ не пожалели в морфа и хватает урона. Хватило урона, рискнули здесь Хакори и забрали морфа. Так, на морфа выход полетел, под айсбласт. Хорошо, айсбласт взрывается, ставит с курса. И Леостайл промывается, но по идее он должен будет взорваться. Да, он взрывается. Убивает, конечно, Operation, но он же свой импакт внес. Самое главное, дал ультимейт свой по морфу. И теперь поймали еще и Виверну. Хотя там Вайпер проходит, возможно, даже и отстанут от нее. Нет, не отстают, но на Эмбера нападает, у него есть Ленанта, встречает его Кунка, тычку дает. И последнюю, подожди, не догорает он, 15 хп остается у Эмбера, Эмбер убегает. Представляешь, там Энигма остается под фокусом, минус Энигма, Эмбер еще откидывается чинами, чинит, посмотри, фистит, и Эмбер выжил. Хакори у нас в смоках, здесь также Кунка в смоках, Кунку видели, Кунку тормознули, айсбластер от него не очень хочется, хочется дать на морфа, но приходится в Кунку, под БКБ рассыпается у нас Клокверк, что будет с Кункой, хватит ли айсбласт, чтобы его убить, нажимает скотца, по всей видимости не хватит, курса работает, потом вайперстрайк на Энигму, Блокхолла не помним, нету еще, Малефайсиком откидывается перед смертью, умирает Энигма, нападает на Вайпера, Вайпер Cold Embrace пока живет, впитывает Вайпер урон и... Сейчас, конечно, кончается. Cold Embrace умирает здесь. А Виверна пытается отступить. Есть, есть чем ее остановить. Прекрасно. И это минус 3 в размен на двух героев. Увидел Кунку. Слушай, а если под айсбласт? А если под айсбласт, Кунка будет ли БКБ нажимать? Айсбласт будет ли отправляться? Вот полетел айсбласт сюда. Неплохо, но, наверное, урона не хватит просто здесь. Одному Клокверку, тем более БКБ работает. Но если они его сейчас не убьют, это будет странное нападение. Если убьют, то круто. Подход верный. Курсы нет, 35 секунд. Нажимается Cold Embrace, кончается действие из бласта. Тем более Кунка еще под своим кораблем. Нажимается Крест, Торрент. Эмбера пытается тормознуть. Паркер 190 хп. Ремнант, Фист разбивается, у нас урну снимают. И в итоге не добивает Паркера. Ну, неудача по итогу от Хакори. Так, тем временем у нас команда Infamous собирается вместе. Сейчас, чтобы
Провести бой. Нажимается хукшот. Замечательно. Крест. Корабль БКБшка от Кумки. Корабль залетал под, залетел по двум героям, да, но этого урона не хватает. ТБ очень опасно выглядит, очень грозно выглядит. Полетел у нас имбирь. Тормозят Кунку. Кунка. Мерген моментально сбивает, с которого он поднял. Кунку пытается подскатить. И он добьет его подскатить. Замедляет, скатит. Главное, чтобы миссы не вылетали. Есть доминатику террорблейда. Что происходит здесь? Здесь есть блухол, здесь есть БКБ. Можно давать все, что угодно. Превращается в террорблейда. Я вижу морф. Айсбласт полетел в него, но не попадет. И Лео Стайл улетает. Вайформ плюс телепорт. Комбинация. В любом случае, Хакори драку эту выигрывает. Так, ну пытается Хакори своим Эгисом подойти, да забрать сторону. Ну, главное, беличный барак, конечно, снести здесь, попытаться. Эмбер запрыгивает на Кунку. Кунка БКБ имеется. Там Айсбласт полетел неплохо. Очень неплохо. Кунку можно забрать. Есть хукшот. На Верочку забирает Кунку. Ставит с курса. Курса не очень. Бойхоу хороший, но туда нет поддержки, к сожалению. Сюда бы кого-нибудь, вот ТБ выходит из курсы. Забирают они Марси. Да, минус 3 делается. И сторона падает. Выкупается также Виверна. У нас за Кункой. И здесь нужно заканчивать файт. Эмбер нажимает БКБ, корабль него не залетает. Эмберу тоже, наверное, нужно уходить. Да, отсюда налетел ремнант. И, в принципе, Хакори отсюда отступать. Что происходит? Поймали Виверну. Виверна с перепугу нажимает клубный брейс. Там из глаз, даже, наверное, лишний был он. Он был лишний, как мы видим. Марси цепанули еще сюда. Как-то начинают подфиживать немножко Infamous. Немножко, похоже, поплыли. Хотя, Reflection. Он леш, пытается Марси уйти, но ТБ таких не отпускает. Увидели Виверну. Виверна за ней погоня начинается. Виверну сейчас быстренько срезает, там убивает Марси в размен на Кунку. На Клокверка. Выкупается Марси, выкупается Клокверк. Здесь что? Вайпер, БКБ, телепорт. Башера никого нету. Бить телепорт ему нечем. Также и Кунка, БКБ, телепорт. Минус 2 БКБшки у тройки ее мидера. Инфейма сюда подтягивается. Блэкхол есть. БКБ есть, Линкин сфера есть, то есть сбить будет нечем, по идее. Итак, начинается замес у нас. Залетают, пытается Клокверка быстренько забрать, но там пошел ТБ с дабл дэмэджем, бьет очень больно, нажимается на него курса, тормозит его. Корабль залетает, но там БКБ было, Black Hole, в Кунку в одного, ну хотя бы уже в кого-то нужно было его дать. И Кунку забирает, минус 3 в размен на одного Клокверка всего лишь. В это время Морф под шумок забирает Рошан, да посмотри, что он делает, Лео Стайл, хитрый жук какой. Но успеет ли он? Наверное, не успеет. Залетает сюда Эмбер. В шоке, наверное. Полетел Айсбласт. Падает Морф. А Егис он не поднимает. И это минус Морф, который, ну, с байбеком. Но Infamous понимает, что это конец. Это GG. И мы поздравляем команду Infamous. Вы спросите, с чем? А я вам отвечу. До гранд-финала они в течение плей-офф, в течение квалификации, ни одной карты не проиграли. И вот в гранд-финале они проигрывают первую карту. Как бы ни повторилась история с Virtus.pro. Infamous против Хакори у нас. И здесь нежданчиком появляется Хускар. Вот так вот Южная Америка, но она всегда любит удивлять. Дайинга забрать. Ну и качает он себе, теперь свормы. Хотя Морфа, наверное, попроще даже будет. Так, Сноубол на Морфа нападают. Полетели свормы, ставят стамба. Шикучи есть, перекачка пока не такая сильная. Свормы снимает, Морф спивает. Красный становится, Вивер, Вивер. 9 секунд Шикучи, у него очень долго будет КД. В итоге Паркер забирает ФБ. Переоценили, но Эмбер страдает. Эмбера зонит сильно очень Хускар. Там подтягивается Тусик. Ну как страдает? Часто понятно страдает, но в принципе свои 19 крипов он забрал. На фоне 24 на 3, да, нет у него все еще 6-го. Опять выходит сюда Тускарчик. Там подтягивается Undying вроде как. Лео Стайла закрывает, ставит стамба. Но Хускар уже тут как тут. И на кого он хочет напасть? Он нападает на Эмбера. Тут у них вард, да, стоит, так понимаю. Да, вард у них стоит. И должен сейчас будет вард снять. Снимает его, конечно, Undying, но свой килл сделали. Здесь прожимается ультимейт, но там пингует на Эмбера, будет на него сейчас нападать. Опять закрывает Эмбера, и у него, прикинь, все еще нет ремнанта, все еще нет шестого. Он задолжил даже лайфбрейк, но это ему не помогает, что у нас на топе нападает на Свенчика. Свенчика сейчас кончится уже действие прямо сплита. Свен даст еще стан и будет даже жить здесь. Свен побежал. Можно дань ловить. Сформа нажимает, четвертый уровень.
три удара по нему сделать, он сдохнет. Хотя диспоуз нет, умирает андайнг, выкупается обратно в игру. Свена выпиливает также моментально. Свен как-то слишком легко даже упал. Вивер, таймлэпс прожимает, живет. Ну, тут Вивера по домникам будет крайне тяжело пробить. Сноубол нажимается, прекрасно. Но Марс догорает, шарды полетели прекрасные. Закрывай проход трем героям, они стоят в шоке. Но тамба ставится неплохая прямо на хайграунд. На возвышенности будет ее нереально поймать здесь. На панду поперли дальше. Хускар, конечно, очень грозное оружие. Тамба очень сильно мешает, замедляет знатно. Но, по всей видимости, трака на этом заканчивается у нас. Выходит получить... Здесь немножко фарма на Свена будет врываться. Есть вейформ. Слушай, его сейчас убьют же. Да, его, конечно, сейчас убьют. Морфу допинают. Или Марси. Ну, Морфу оставит лучше кило. А тем временем у нас умирает Undying Rush Pity. Так Хускар говорит, братан, как хорошо ты сюда зашел. И Хускар моментально нападает на Рошану. Это же Хускар, он с ним справится. Тем более с подкрепой. Там еще и свормы дали, и броньку снижает. В общем, и так тим нажимается. Замечательно. Рошан падает. Только нужно Хускарочка немножко подхиливать, чтобы тут главное не проспать. Там Эмбер пытается что-то сделать, но Эмбер пока, ну, совсем не силен, совсем прям не силен. Ворвал спанч, умирает Эмбер, просто отъезжает, а в это время Хускар время зря не теряет. И уже у него 10 уровень, у Эмбер, например, 7. Только, так, Андайнг, ты куда запрыгнул? Сейчас муки спадут. Вот это сюрприз, слушайте. Вот это сюрприз для команды Хакори сейчас бы. Идут такие в смоках, ставят вард, на ХГ стоит Undying. Что это вообще такое? Ну, они, наверное, в шоке были. Ну и минус Марс еще, минус за саппорта делает Хакори. Так, а Эмбер-то нашли, друзья. Он чинит, но там стоит близко очень Свен. Свен у нас блинком, может просто по нему дать стан. Главное, чтобы сформу он не успел снять. Да, Весел вешается, улетает, а там его ждет уже Тоскар. Ворвал спанч сюда. Просто сюда. Хакори ломать тир 2 вышку. Итак, залетает у нас сюда Морф. Полетел Хусик на лайфбрейке. Но играется армлетом, но недостаточно хорошо играется. Умирает в итоге у нас Хускар. С него снимает стрик из 7 киллов. Бьет Тускарчик. Тускарчик пытается найти, но Морф за ним. Неплохо. Совсем неплохо действует сейчас команда Infamous. Можно еще и Омника забирать. Минус 3 от команды Infamous. Неужели камбэк? Неужели? Вивер, Шикучи. Бежать, бежать, бежать. Эмберс за ним. Тормозит его чинами. Морф промывается. Хорошо. И Тайлэпс. Шикучи дальше. В другую сторону нажимается досты, но, видимо, отпускает. Виталию здесь. Хакори забегает. Орш вешается. Ворвал спанч полетел. Умирает у нас Лео Стайл. Лео Стайл сбрили, полетели Шикучи. Хороший, залетают Шикучи. Панда прямо сплит прожимает. И начинается контратака от команды Infamous. Залетают и пытаются бить Хускара. Хускара у них хватает очень сильный БКБ. И вот он все время в контроле, диспоуз. И вот ему БКБ не хватает вообще караулу. Свен залетает, есть здесь Свен, но его отправляет полетать в ветрах панда. Панда, умничка, просто умничка. Здесь сноубольчик от Ускара, Ускарчик пока выживает, но Свен живет. БКБ работает по морфу, мор перекачался. Но там сворм броню снижает, продолжает его бить всей командой. Вейформ он живет, Андайн поставляется просто, чтобы его били на никого-то либо другого. Свен под ГДСом опасен очень, но вешается в Весу. Превращается у нас в Хускара Морф. Их выживает внутри у нас Морф. И рассыпается вся команда Хакори. А вот это уже похоже на реальный камбэк. На самый настоящий. Так еще и Рошан сейчас будет второй в копилочку. Да, вот это качели в гранд-финале южноамериканского региона. Здесь запрыгивает Омника, пытается быстренько вырезать, не получается. Свен там нажимает Варкрай, ГДС у него готов. Хускар также готов драться. Но опять же, БКБ нету, Марси убили. В итоге Мор превращается в Хускара. Всех откидывает ГДС. Будут драться, да, нет? Да, против Эйгис собираются драться. Там забирают Хускара минус Хускар. Ну что делает Свен? Свен пока стоит на месте, не понимает, что он хочет вообще, в принципе, от этой игры. Но вот в этом микромоменте Свен в итоге не нападает пока. И на этом, по всей видимости, стычка у нас закончена. Или же нет? Или же нет? Морф грозно очень выглядит. Он в инвизе. Заходит Морф. Пытается быстро Омника. Что-то не получается. Прекрасное убийство. Но там бьют панду. Панда умирает. Панда на Prime Split у него был, кстати говоря. Вот это круто. Хакори сделали панду, которая наводит колоссальнейшую просто суету в замесе. Хакори, забегает в смоках.
Сейчас могут напасть. Prime Osprey пошел, чтобы панда успел это все сделать. Морф опять у нас бегает в своем лотаре, в инвизике. Я не помню, как он превратился, но в общем он сражается. Нажимается Guardian Angel. Физика пока не работает. Хускар выживает. Хускар, но у него БКБ этого нет. Он без БКБ просто вот Хускар нище. Такое ощущение, что вот, вот именно с выбором артефакта. Почему БКБ не взял? Но Свен сражается. Свен дерется. С Морфом тяжело сражаться один на один. Морф тоже бьется знатно. У него уже Godlike. Свен сделал минус 3 трибл килл, но Морф просто живой. А Хускару не хватает элементарно БКБ. Infamous ломает сторону. Сторона паты прожимается гриф. Команда Хакори в смоках подтягивается. Морф по фокусу находится. Не урывает. Сворчит ДГДС. Тычка раз, тычка два. Бейсов работает. И его забирают. Варлас Панч залетает. Охренеть можно. Умирает Морф. Хватило урона его быстро слопать здесь. А Марси успевает улететь. Ой-ой-ой, а Морф-то, друзья, оказывается и смертен в этой игре. Infamous у нас забегает, расставляет варды, полетели с формы, прожимается лайфбрейк. Замечательно, что происходит здесь. Здесь нажимается БКБшка, ГДС работает, почти убили Леуста, он догорел все равно. Купается обратно в игру. Погоня за Свенчиком, Свенчик живет у нас. А вот Хускар в БКБ, и оказывается может бить. И оказывается Хускар в БКБшке может жить долго, очень, да, не за секунду умирать. Вот это вот новости. И Морфа он сейчас просто перебьет здесь. Purification от Омника, Омник хорош. Хотя подожди, Морф, Морфу хватает Регина, но Свен прыгает за ним. До свидания, и Хускар все еще живет. И Хускар пережил замес. Во, о чудо, о боги. Да неужели? Там, конечно, пытается как-то крип скипать. Нет, просто плитпуш пытается. Эмбер. Но здесь упала сторона. Хакори забирает мид и отступают. Хакори, ГДС. Залетает Хакори. Начинает лупить миличный барак. Бараки падают. Бараки под могучим молотом Свена или молотом мечом вручную Свена рассыпаются. Драка начинается. Мор прыгает далековато, прожимает БКБшку, начинает лупиться. Но понимает, что что-то не так. И не понимает, что вообще, в принципе, ему делать. Начинаем бить Свена. Правильно делает. Возможно. Но умирает Морф. Морф, хотя говоря, без байбека, друзья. И сейчас могут добить Андаинга. За Андаинга Вивергонец у нас там сражается. Хускар забирает Франка. Минус Панда. И сейчас может быть минус элементарная игра, потому что Морф без байбека. И это GG, друзья. Это 2-0. Хакори, команда аутсайдер в этом противостоянии. Вот пока что вот просто копия СНГ квалификации. Третья карта. Возможно решающая, возможно нет. Это мы в ближайшие минут 30-40-50 с вами узнаем. Помчали. Битва за баунд, интересно, будет у нас или нет. Пока что здесь, ну не знаю, смогут ли они Омника убить. Начинает с ним драться. Смотри, земля нажимается, земля горит. Ребаунд, Омника подстанили. И ты знаешь, есть все шансы, что он сейчас умрет. И Хакори забирают все ФБ. Эмбер тут нормально зонит, кстати говоря. Сейчас выходит Марси, пойдем туда под Фуэнгвар. Ста не получается доджить, но снимается хотя бы Фуэнгвар. Урона не будет периодически, он будет фисты, а фистов хватает второго уровня, чтобы Лину добить. Прекрасно, Марси уже участвует во втором убийстве. Марси пытается лупить, но мне кажется, Омник, возможно, свои сейчас силы сейчас свои переоценит. Потому что, да, могут его вот так вот диспоузнуть сейчас. И могут так вот его бить. Хотя на разворотике работают по Думу. Баш вылетает. Дум красный, Омник красный. Кто кого? Дум остается 5 хп. Но Паркер имеет таймволк и до конца за ним идет. Итоге размен происходит здесь, в пользу Infamous, конечно же. Марси у нас опять пошла. Хасту забирает. Забрала Хасту. Можно напасть и пробовать на Лину. Здесь два саппорта стоит. Стан задоджен был. Дисполз есть, но там вой подтягивается. Купутеры героев ставятся неплохо. Лина стоит, также бьет. Туда урон наносит и заберут Бэйна. Минус 2 делается. Ставится арена. Копье доджится фистами, но здесь оказывается по щучку 5 героев команды Infamous. И в итоге это минус 3. И возможно с катапульта будет минус вышка тир 1 на иду сейчас. Лоид, момчик, вышку забирает. Там телепорт прожимается. Видимо, Хакори хотят драться или как? Дум есть, подтягивается сюда, у нас Эмбер останавливает Вайда. Дум нажимается, успевает до арены до копья, но стоит Омник. Пока захиливает у нас Вайда, но за ним Эмбер. Эмбер очень сильно его хочет бить. Дум-то красный, Дум умирает. Прожимается Финзрит, забирает Вайда. Бьют Марса, минус 2 делается. И, возможно, разменяются сейчас на Бэйна. Но это еще не вечер, он Леш добивает все-таки у нас.
Здесь Бейна, бьют Омника, Омник краснючий, Лины очень сильно не хватает, в итоге делается минус 3, это еще не конец, но там Вивер все-таки с таймлэпсом, нажимаются досты, таймлэпс снимается досты, и Шикучи бежать сюда надо ему. Телепорт нажимается, но Марс пока один сюда вылетает. Арина, копье. А, потравил Алина, я понял. Хватит ли урона, интересно? Лагунка, конечно, хватает здесь. Да ты шо? Конечно, хватает. Здесь может быть стычка. Забегает Вир, получает чины. Марси, Весел, Свормы. Больно Марси, Лагунга. Как же больно ей. Но Дум вешается на Лину. Лина успевает прожить БКБшку. Так что пока бани магия не работает, залетает фантомка, вылетает крит. Ментально минус Лина, полетели дальше. Марси, Марса тормозят. Марси как раз таки в таверне у нас уже. Но здесь пока Га работает. Га кончается. И теперь можно дальше драться. Умирает у нас. Снимается стрик из 5 киллов. Под купол ставится Финсгрип, друзья. Какой же хороший физрип получается. Ну, вой такой крепкий под этим омником. Просто караул, но фантомки так летят. Криты, будто она купила 1000 уровней батл пасса сейчас. Не знаю, что происходит, но криты у них залетают очень круто. И сейчас, наверное, еще один вылетит. Но, в принципе, справляется. Трибуки делает фантомка, если что. Батл фури дизолька, БКБ на 25 минут и дает себе знать. Здесь есть центри в Хакоре, здесь, а вот центри поставили, увидели Лину, но вроде мне пошел, но у нее, а, БКБ КД, БКБ это КД, друзья, БКБшка КД сюда моментально выезжает под крепа, не прыгает Дум, Инферноблей пошел, он клепнул кентавром стана и фистами подходит, просто забирает, минус Лина, масса типов полетела в Лину сразу же, и это очень качественное убийство было от команды Хакоре. Воет все еще без купа. Что они тут делают вообще? Я, конечно, дико извиняюсь, но что здесь делает команда Infamous? Там, да, есть линка. Линку сбить пока, думаю, нечем. Но Марси пойдет сейчас туда. Нажимается Time Dilation. Прыгает Марс, ставит линка, бьет. Там убивает Омника. Пока прожимает у нас фантом, покупает обратно в игру. Лина выбила. Выбили из нее ББ, получается. И пытается Хакори сразу отступить. Делает все грамотно. Воет прыгает. 47 секунд до купола. Стан залетает в СО. Будет копье. Минус фантомка. Снимает с нее стрикс. Доминейтинг, бьют Дума сейчас, Дум БКБ сейчас закончится, да, и в принципе БКБ его тоже убивали, вешается Весел, с вором полетели. И там Дум просто дотикает от урона периодического. Минус 3 делает команда Infamous. Казалось, что Хакори ошибаются, но с другой стороны бэбэк Лины выбили. Драка может сейчас начаться в любой момент. Фантомку, ой, фантомку нашли, друзья, поймали фантомочку. И шикарнейшее убийство команды Infamous. В итоге сейчас это руки очень сильно Хакори связывает. Войд подтягивается, запрыгивает на ХГ, сбивается линка у него. Он тут сейчас не ошибся, получает он Дум, друзья, вот эта ошибка твоя была. Вот это Войд себя сейчас поверил слишком сильно, хотя стоит Омник, нажимается Финсгрип, чтобы он никому не мешал. Но Войд догорает, и сейчас еще... Ой, какая ошибка от Infamous. Караул просто. Как же они ошиблись. Infamous опять прожимает смоки. И опять постараются кого-то поймать. Ну вот Марси. Под вардом, копье залетает в нее. Весел вешается, есть стан. Найтмэр прекрасный должен стан, но я не думаю, что она выживет здесь. Поймали еще Бейна. Марси выкупается обратно в игру, прожимается брейнсап, но Бейн все равно умирает. Войд находится под Думом. Войд его пытается хилить, но он догорает от магии, умирает Дум. Это минус 3 байбека, выбили Infamous уже. Но фантомка сейчас может ситуацию полностью исправить, получать копье, кончается БКБ у нее. Но это минус Лина, минус Войд, минус Марс. Все-таки фантомка ситуацию вместе с Эмбером выправляет. И там еще подставляется Вивер, друзья. И какая же хорошая в итоге драка для команды Хакори. И, по всей видимости, хотят подраться. Фантомка в блюре бежит. Видео Марса врывается в него. Неплохо, криты не вылетают. Ставится купол, там воет с МКБ, но как-то он ее не пробивает. Срабатывает Айон, ставится еще один купол, второй. Фантомку могут сейчас добить, но что-то она не умирает все никак. Не умирает, она живет, друзья. Но догорела. Но как же долго ее лупили. Два купола, чтобы ее просто забрать, но с другой стороны это уже минус 3. Дум вешается у нас на Вайда. Линка тиммейтов его не спасла, срабатывает Айон диск. Дум пытается отступить, но его сейчас тоже заберут. И по всей видимости это небольшой, но камбэк от команды Infamous. Пытается на байбеке развести, но фантомку на байбек все еще не развели. Падает, друзья, вторая тир-4 вышка, нажимается глиф. Фантомка 20 секунд, что будет делать дальше, интересно, Infamous? А, до конца будет свою линию гнуть или же нет? Фантомка выкупается все-таки, не начинается файт. Фисты чины, прекрасный, красный вивер. Умирает вивер, умирает у нас Лина, умирает
Омник, минус 3 делается. Дальше на Вайда, Вайда тормознуть. Если чем, Баш вылетает, Баш вылетел все-таки по Вайду. И минус еще и Войд, минус 4. Ну, ребятушки, с другой стороны, Фантомка все-таки отдала байбек свой. Команда Хакори кончается, у них Аегис. Прыгает Войд, Войд. Опасно, Марс летает, дает Хекс. Неплохо, но там есть отмерч пока что. Марси даже, возможно, сейчас еще успеет даже БКБшку, у нее есть сыр. Нажимается сыр, здесь зафокусили у нас. И могут сейчас забрать Вайда, Вайда забирает минус Войд. Прекрасный килл, дальше идут и забирают также Омника. Войд выкупается. Минус 2 сделали, у Дума есть еще один Дум, если что. Выкупается также и Омник обратно в игру. Феймос у нас авантюристы в этом моменте сейчас, как бы только они сильно не ошиблись. Здесь Эмбер? Или куда? Или бараки будут бить? Или как они хотят? Что будет делать Хакори? Падает через 4 вышка, друзья. Падает Трон, Трон горит, Трон начинает бить. Нажимается глиф, хотя команда вылетает туда на телепортах. Возвращается обратно Хакори на базу. Врезается Вайда, Вайда пытаются пробить. Кончается глиф, глиф пока вроде бы никто не бьет. Войд под фокусом находится, Войд без байбека умирает, Лина умирает. Также выкупается обратно в игру, возвращается на травл. Ой, куда она полетела вообще в мид. Она в миду будет находиться. GG прописывают Infamous, все. Проигрывают Infamous. Не получается их авантюра в миду с троном, и в итоге просто под копирку сценарий команды Virtus.pro. Проходит плей-офф Венера по 2-0, не проиграв ни одной карты. И в гранд-финале проигрывают аутсайдеру по матчу.